акция. Хотел бы особо подчеркнуть важность на нынешнем этапе сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Как было уже отмечено, новые транспортные пути, которые уже существуют и которые планируются, позволят нам еще тесней, как говорится, сомкнуть наши коммуникации. В первую очередь идет о железной дороги, и мы поддерживаем решение строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом на Каспий. На нашей стороне Каспия вплоть до европейских потребителей существует уже разветвленная транспортная инфраструктура, и железнодорожная, и автодорожная, и воздушная, и с учетом потенциала нашего грузового воздушного транспорта. Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан вот уже создал важную транспортную сеть. Конечно, вот железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это будет частью среднего коридора. То, что это происходит сейчас, конечно, тоже понятно. Но главное, чтобы все проекты, которые реализуются в вашем регионе и в регионе Западного Каспия, были синхронизированы, чтобы мы могли и планировать и увеличение, и расширение наших портовых возможностей. Об этом уже было сказано, что мы планируем, причем намного раньше, чем планировали до того, расширить потенциал торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн. В принципе, такие планы изначально существовали, но мы на это смотрели как на нечто такое отдаленное, на отдаленную перспективу. Но сегодня, в некоторые дни, в порту возникают даже и заторы, потому что количество грузов стремительно растет. Здесь уже цифра была озвучена, 60% роста за 9 месяцев – это существенный показатель в транспортировке грузов. Через Азербайджан проходит также коридор «Север-Юг», который также имеет очень большой потенциал. И на определенных точках стыка в Азербайджане эти два коридора, естественно, пересекаются, создавая возможности уже для того, чтобы расширять потенциал коридора и юг-запад, и север-запад. Поэтому думаю, что вот и в рамках межправкомиссии, и в рамках, может быть, более таких частых консультаций по транспортной сфере, может быть, стоит на каком-то этапе создать и специальную рабочую группу, которая была бы на постоянном контакте,
Но что здесь очень важно, и вопросы, связанные с информацией осуществляемых проектов, опять же, синхронизацией, потому что мы должны быть готовы к расширению нашего транспортного потенциала тогда, когда будут готовы инфраструктурные проекты в вашем регионе, с тем, чтобы инвестиции были своевременными и, как говорится, более эффективными. Поэтому думаю, что вот в этом направлении есть очень серьезный потенциал.